Югорский сноубордист Андрей Соболев завоевал медаль на Кубке мира. В Канаде прошел очередной этап мировых соревнований. В состав национальной команды попали два югорских спортсмена – Наталья и Андрей Соболевы. В первый соревновательный день сноубордисты соревновались в параллельном гигантском слаломе. Ханты-мансиец в завершающем заезде оказался сильнее соперника из Италии Роланда Фишнеллера и завоевал бронзовую медаль.